Вот, но, блин, в свое время эта игрушка была одна из любимых. Я проходил ее кучу раз с всякими спидранами и так далее, потому что, ну, остановиться в нее играть просто было невозможно. Очень-очень крутой экшен, к которому я сейчас буду очень долго привыкать по причине того, что вот это старое управление, да, в духе Resident Evil, Parasite Evil и, естественно, Dino Crisis, оно, ну, сейчас очень тяжело воспринимается, и, ну, к нему действительно нужно привыкать. Действительно. Нужно привыкать. Да, тут у нас прям пиксели пикселями. Ну, на телеке, кстати, было вполне себе. Вполне себе. Проходил душу игруха. Да, слушай, я ее проходил очень много раз. И тут есть даже прохождение за 2 часа. И тебе дадут карточку, которая позволяет тебе бесплатно пополнять, собственно, патроны. Это прям очень крутой бонус. Но я уже не помню, что тут делать. Ну, самая сложная для меня тема всегда была, когда нужно было найти карточку, которая уплыла по ручью, и одну из карточек нужно было собирать, надев противогаз, который я хрен знает где уже должен был быть. Я уже не помню. Сейчас, может, чуть-чуть вспомню. Вот, но раньше я даже, по-моему, делал прохождение, ну, в смысле, не на видео, разумеется, это было 100 лет назад, без единого разрыва, как говорится, да, что в меня никто не попал. Иди на файлы, да, вижу, пишешь, собирал, да, собирал их, конечно, вот, ну, по гайдам, ну, как гайдам, тогда просто книжечки были, они подсказывали, где ты можешь собрать, вот, но в остальных вещах, конечно, приходилось разбираться самому. И то, ну, Динофайл я уже собирал глубоко потом. Давно было. С мобила глянуть не могу, что за игра. Дино Кризис 2. Если что, можешь с мобила глянуть на ютубчике. Стрим и там тоже идет. Хотя, если тебе важна только игра, в смысле ее название, то, какая разница. Так. Сейчас у нас идет. Кстати, вот этот ролик, по-моему, дико вштыривал вообще, когда только в первый раз его увидел. То есть, ну, тут такое достаточно мощное CG было для тех времен, да, игра. Сколько ей сейчас? 16 лет уже получается? Ну да, игра 2000 года. И, ну, тогда вот этот видос казался прям, ну все, круче видосов не будет. Вот, но сейчас, конечно, во многих играх графика гораздо лучше, чем вот тут вот CG сделали. Но все равно игра очень крутая. Сейчас посмотрим, насколько я смогу не сломать себе руки от здешнего управления. Хотя оно все равно лучше, чем у многих представителей вот этого около хоррорного старого жанра. Именно классические старые хорроры. И полагаю, что, ну, помучаюсь какое-то время и привыкну. Тем более, сейчас приходится играть на DualShock 4 на PlayStation 3 в игру от первой Sony. Не хватает в этой связке чего-нибудь от PlayStation 2. Не знаю, флешки хотя бы. Не флешки, а memory card всунутого PlayStation 3. Но нельзя, к сожалению. Или хотя бы, чтобы геймпад был черным, потому что у меня сейчас такой более классический. Ну, более классический именно в плане сеттинга первый PlayStation. Вот. О, наконец, стрим отбыл, теперь я знаю, чем занять вечер. Но я тут ненадолго, в любом случае. Потому что я что-то и делал много, и завтра на работу, и все вот это. Вот, вы, кстати, не забывайте подписываться, кто сейчас смотрит на YouTube и на Twitch на всякий случай, потому что иногда стримы и там тоже идут, или только там идут. Бывают такие, ну, всякое мультиплеерное дерьмо, например. Ну, и не только дерьмо. Да, привет, Закир, здравствуй. Вот, помимо всего прочего, сегодня хотел поговорить немножко о комиксах. Ну, я, как вы видели, наверное, на канале, сделал ролик по Suicide Squad, да, вчера ночью в 4 утра закончил его делать. Да, пришлось не очень-то и много спать. Ну, как обычно, если у меня на канале выходит ролик, значит, Денис не выспался. Вот стопудово в эту ночь Денис не выспался. Ну, многие это знают, а кто-то сейчас такой, блин, бедняжка, да, погладьте меня, пожалейте, пожалуйста. Нет, хотя не надо, я преувеличиваю. Но сегодня что-то угорел, пока было свободное время между рендерами. Посмотрел на комикс непосредственно Suicide Squad и, блин, мне понравилось. Он круче, чем фильм, именно в плане сюжета. И нашел очень крутую штуку, о которой раньше, может быть, слышал, может быть, видел, но внимания не обращал. Как же ты... А, X-Force, Sex and Violence. В общем-то, про Росомаху и Домино. Отличный комикс, очень крутая рисовочка. Просто обалдеть. Попытался заказать его с eBay, у меня что-то поехал PayPal, не хочет меня, в общем-то, пускать в аккаунт. Говорит, вы используете слишком много этих попыток, идите в жопу. Вот, ну или зайдите попозже. Вот, чем я, видимо, и воспользуюсь в какое-то там время потом, но, к сожалению, не сейчас. Так, ну что,
Нужно нам, куда-то идти, Вот, в общем, X-Force, Axon Violence очень круто нарисован, вот хочу его купить на eBay-чике, может, даже не знаю, какой-то ролик бы потом об этом снял, но не уверен. Вот, конечно, это все, блин, так дорого, вот, помимо того, что у меня и PayPal сломался, я потом все равно понял, что мне не хватает денег на него, вот, ну, завтра зарплата, может, я исправлю эту ситуацию, вот, ух ты ж, ежик. Так, R1 и крестик, по-моему, стрелять, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Так, убегать. Раз, два, три. А, все. Не дадут за Flawless Room награду. Это был третий. Комбо. Ну-ка. Аптечечка. Так, я совсем дурын, да и не взял ее, да? Класс. Берем. Я вижу тебя. Я слышу тебя. Вот это просто красавец. Кстати, напомните мне, ну или подскажите, если вдруг музло тихое из игры, я сделаю чуть погромче. Вот, по поводу отряда самоубийц, ну не знаю, мне кажется, стоит просто посмотреть мой ролик. Я там достаточно долго и... подробно, как мне кажется, описывал там свои претензии, свои похвалы фильму, который, ну, тоже есть, помимо того, что есть там проблема. Но, опять же, он все-таки на любителя, и любой человек, который его посмотрел, да, он или будет декорат... О, Дима Кулешов подписался, спасибо, друг. Или дико бугуртич того, что, боже мой, разве этого мы заслужили? Вот, и... Тихо. Кисонька, иди сюда. Нет, не укусишь. Знаете, быстро привык к управлению. Вот в Resident Evil у меня все время тяжелее это все заходит. Так, я сейчас, по-моему, прибежал в одно и то же место, да? Откуда пришел? Так, а тут у нас закрыто, да, все? Да, тут у нас просто ящик. Да, вот этот вид, конечно, всегда смущал меня. Я в некоторых местах тут на карте, да, на этой всей, путался и... Не знаю, для меня это был некий лабиринт. Сейчас, да, я вспомнил, что вроде бы нужно спуститься как раз по этому веревочному чему-то там. Вот, Динокризис мое детство, да, только через Т. Привет, Макар, да, здравствуй. Так, вот этот бы рум пройти с Лолисом. А еще помню, когда как раз-таки я ее спидранил, несколько раз даже на дню было такое дело. Вот, я знал наизусть, откуда какой динозавр выпрыгнет, что от него ждать и все такое. Сейчас, конечно, эти знания канули в лету, в Джареда лету. Вот, но руки-то чуть-чуть помнят, ой-ой-ой-ой, только хотел сказать, что хоть как-то инстинктивно это у меня осталось в голове, в руках и так далее, но не совсем. Но, блин, не знаю, очень крутая система, когда ты подбегаешь уровень, и тебе за это потом дают, ну, денежки, которые можешь потратить на оружие, на его апгрейды, на патроны, а помимо этого еще можно слопотать очень крутые бонусы за чистое прохождение локации. И это очень бомбическая тема по причине того, что ты сможешь нафармить на крутое какое-то оружие гораздо раньше, чем оно тебе достанется. Я не помню, каков коэффициент бонуса, да, там умножение на сколько очков, но достаточно весом. А, вот, но дэмэдж 2000 дали, с учетом того, что за просто прохождение комнаты дали 700, то есть достаточно много. Я играю не на эмуляторе, это практически эмулятор, это просто PlayStation 3. Вот примерно вот так. То, что на PlayStation по факту тоже стоит эмулятор. Вот, но... Даже так играть приятнее, чем просто на эмуле. Да. Вот эмуль, конечно, он искажает картинку немножко. В некоторых случаях в более-менее положительную сторону, даже сказал. Но вот так вот... О, опять ты выходишь на связь. Спасибо, друг. С нецензурным никнеймом. Спасибо, друг, за сатен. Пригодится. Да, кстати... продолжаю собирать на ретро всякие штуки, в PSN там Shadow Tower и так далее, в общем, тихо. Да, Difference Things пока стопнул на какое-то время, я думаю, с сентября опять начну на Difference собирать, потому что сейчас многие в отъезде, кто-то отдыхает, кто-то поступает, кто-то еще что, вот, ну, мне как раз там ребята на других стримах говорили, что, мол, тебе стоит подождать и, там, не знаю, чуть-чуть стопнуть сбор. Ох, ты ж красавчик.
Дина Кризис спустил слезу. Да, друг. Ой-ой-ой. Ах, прям хвостом, жульбан. Я бы мог на флоулес пройти. Я не буду вам спойлерить, что здесь произойдет, но, блин, очень крутой сюжет. Ну, то есть, для своего времени очень крутой. Очень крутой. Слушай, честно говоря, я даже не помню, что входит в коллекционочку Deus Ex. Поэтому вот прям наверняка тебе точно не скажу. Блин, ну вот игру очень хочется поиграть. Да, T-Rex будет скоро, правда, мы его в этот раз пока не ушатаем. Сейчас будут странные люди с дисками, которые будут пытаться нас убить. А Витку ты хакнули, что поэтому скажешь? Ну, не совсем хакнули, да. Нашли небольшую лазеечку, устанавливаемую через браузер. Я даже попытался... А, сейчас водички хлебну. Я даже попытался PlayStation TV свою прошить. Ну, как прошить? Поставить вот эту тему на PlayStation TV, чтобы запустить там эмулятор, например, да? Ну, как бы Витку саму трогать не хочется. Как бы все нужные штуки я на нее купил, а с другой стороны, все равно на нее там не скачаешь обычные изошники там любой другой игры. Вот, конечно, прикольная тема в плане эмуляторов, да, я бы, возможно... Кто там? Опять ты. Спасибо, спасибо. Спасибо еще раз. Ты прям сегодня этот, спонсор стрима. Большое тебе спасибо. Скоро, по-моему, в топ войдешь, ты уже не в первый раз что-то закидываешь. Ну ладно. Так, сейчас, что ж, о чем я говорил? О чем я говорил? Блин, я сбился. А-а-а! Забыл, старый больной человек. Так, ну ладно. У меня есть за 18 тысяч возможность купить электропушку, но пока что нет. Думаю, что стоит немножко прокачать... По обойме... Ой, да, сначала патронов купить, потом прокачать... Ну как потом, прямо сейчас, пожалуй... так, это charge, картридж, во, да. Прокачать по обойме стоит его... Ох, жалко, что 7 тысяч не хватает. Ну ладно, хотя бы на 100 патрончиков, вот. Но все равно это оружие, хоть и очень здоровское, но после электрического, мне кажется, вот, даже не стоит. Вот из recovery надо что-то взять. Так, гемостат, он останавливает кровь, он пригодится. Даже 2 его возьму. Очень крутые тут, конечно, вот эти вот около RPG элементы мне всегда дико нравились. Так, возьму к себе одну большую аптечку и вот как раз-таки одну вот такую и... А, места уже нет, отстой. Отстой. Сейчас, а вот этого хватит? Все, место совсем кончилось. Ну и сохранюсь на всякий случай. Вот, так что так. А, вот, точно, забыл. Да, про Вита я говорил. Собственно, да, серьезно, забываю. Вот, в общем, взлома как такового не было, да, просто небольшую дырку нашли и заткнули ее эмуляторами. Ну и думчиком, да. Я люблю по два раза сохраняться какая-то инстинктивная штука. Хочешь ржачную историю? Ну давай, рассказывай. Ржачные истории я всегда люблю. Ржаные такие, знаешь, прям вот как хлебушек. Вот, а что интересно... Ох, господи, забыл уже об этом даже. А, что интересно, возможно... Короче, я верю в то, что у Виты начнется второе пришествие, так сказать, когда ее полностью хакнут, ну, потому что сам платформодержатель сейчас не уделяет ей должного внимания, и... А, у меня же, блин, места уже нет, да... А, слушай, смог взять. Это хорошо. Так вот, сам платформодержатель, по идее, ну, как мне хочется верить, он может сейчас ослабить защиту, ну, так скажем, не специально, якобы. Вот, и... Господи. Нужно быть аккуратнее. И подарить нам какую-то лазейку, которую... Нужные люди используют для того, чтобы, ну, полноценно уже ее прошить. Как мне кажется, то же самое сейчас отчасти сделали Nintendo. Вот, потому что их консоль уже полностью взломана, и в нее там можно уже засовывать, по-моему, вплоть до изошников. Ну, не изошников, или, в общем, вот этих ромов для... Тихо. Перфект, 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 детка. 6 тысяч, отличнейшие, отличнейшие. Ну вот, в общем-то, можно ее вроде как прошить. Бриджит Курес спрашивает, будем вскрывать? Я говорю, да, откроем, там пустая коробка. Сука, вот это...
сука, это цирк. Vagrant Story, когда ты постримишь, да, она у меня даже скачана, я даже хотел в ближайшее время ее показать тем, кто забыл, и тем, кто хотел бы заглянуть. Вот сейчас, насколько я помню, будет прекрасный момент, когда трицератопсы будут на заднем фоне идти, или чуть позже он будет. Ну вот, аллейка, по-моему, именно вот это. Мне всегда очень нравился этот момент. Не знаю даже почему. Просто какой-то фетиш, наверное, трицератопсовский у меня. Трицера-фетиш. Ух ты ж. Блин, какая крутая механика. Даже спустя 16 лет, ну, реально очень быстро адаптируюсь, с учетом того, что, ну, она очень специфичная была на свои года. Даже... Ох, к ней нужно было привыкать. Так, а сейчас у нас на обратном пути как раз должен появиться Мусье Терекс. В Бэтмена нет, не играл. Не, у меня пока просто денег нет на вот эти вот вещи. Привет, Бэйс, недавно теперь прошел день на кризис, сам не забываем ощущения, еще с PS One. Отлично, это ж круто. Это ж круто. Это очень здорово. Я не знаю, я люблю иногда перепроходить старые игрушки, да, но на стримах мне это делать сложно, потому что я люблю как-нибудь удобно развалиться и такой чисто... Да, детка, развлекайся, Денис, круто, вспоминай. Вот, ну, не знаю, какое-то такое интимное, значит, времяпрепровождение. Так, сейчас нужно убежать куда-то, я уже не помню куда, помню, что нужно просто бежать... А, нужно на какой-то из ящиков подняться... Вот, Терексище мне помогает в этом. Ой, братан, Вась, ты чё? Вася, ты чё вообще делаешь со мной? Васянь, ты меня пугаешь. Так, он все равно пройдет сейчас мимо этих ящиков. И зря я, собственно... обходил их так тщательно. Блин, очень круто. Не, если б я... наверняка знал, как пройти именно сюжетно вот эти вот квестовые штуки, да, которые необходимо собрать. Вот, может быть, я бы за 2 часа ее пробежал, но, к сожалению, нет. То есть раньше пробегал, было очень здорово. Я сейчас на ретро-игрушки дальше собираю, то есть там что-то купить. О, я помню, как эти велосирапторы раздражали, ужас. Вот в этой комнате, потом, чуть позже они тут будут появляться, просто пачками огромными. Да, на ретро-игрушки собираю как раз там. На самом деле, хочется собрать полную коллекцию того, что мне очень нравилось. Вот, некоторые игры я не покупаю, потому что, ну, они там стоят дорого, да, с PlayStation 1, там некоторые по 600 рублей стоят. Вот, а некоторые есть только в американском сторе, вот их надо в первую очередь забрать. Ждешь игру Scalebound и Days Gone. Ну, Scalebound, мне кажется, будет чушкой в итоге, или нет, я не знаю. Я просто на PlayStation TV установил себе опять Monster Hunter, вот, и на телеке прям разложился, играл просто в свое удовольствие. Ну, правда, немножко поиграл, там пару миссий прошел, но все равно было очень здорово. Большое удовольствие получил, играя в него. Не знаю, как мне кажется, это лучше Динокризис, и вот то, что... Ой, Динокризис, боже мой, Monster Hunter. Ну, просто Capcom. И выход ее на 3DS для меня это прям боль. Это боль, потому что это говно просто не управляется. То есть технически игра отличная, да, но вот из-за управления вот этого 3DS-ного, я не знаю. Мне неудобно, может быть, вам удобно, кто-то там играет там с тачпада, может, кто-то купил себе стик дополнительный, вот. Я не могу, для меня это мучение. То есть я в общей сложности отыграл в четвертый, там, часов 45. Вот я мог сказать, но у меня 3DS-ка, он там далеко мигает, что на разряженное, это обычное состояние, к сожалению. И последний, а, нет, у меня был третий Ultimate, и четвертый как раз, да. В третий наиграл до хрена, а вот в четвертый совсем чуть-чуть в итоге. Ну, там, часов 10, может, максимум. Не могу играть просто, ну, отвратительный графон. Вообще, не знаю, в Freedom Unite гораздо лучше. Не знаю, ну, и, может, я просто хейтер Nintendo, хотя вот на Fire Emblem я что-то не выделываюсь. Вот так вот. Вот, ну, как бы, то, что он метается от консоли к консоли именно нинтендовский, как проблем нет. А вот Monster Hunter прям плюнул в душу, к сожалению. Снафик, здравствуй. Cold Fear, да, помню. Мне она очень нравилась, но ни разу ее не проходил. Кстати, хотел бы это сделать. Надо будет потом... Я всегда так говорю. Короче, когда-нибудь, может быть, я куплю себе на PlayStation 2 на дисочке и, может, там угорю пройду. Очень хотел бы. Ну, мне она очень нравится. Она очень стрёмная, очень сложная. И, блин, я попробовал. Так, а, weapon, не хватает на нее пока что, окей, допустим, зачарджем,
Блин, самое лучшее оружие, как мне кажется... Забыл. Самое лучшее оружие, которое тут есть, это парные УЗИ для Регины. Очень крутые. Зачем друга предал? Ну, от Xbox. На чем играешь? Лицушная? Ну, можно сказать и так. Это та игра, которую можно скачать в PlayStation Store. Правда, только в американском. Когда будешь... как соберешь, будешь на полку снимать? Соберешь? А, нет, я же в цифре их покупаю. Ну, сейчас, вот эти вот игрушки. Вот, но что-то иногда заказываю на eBay, но уже год не заказывал, потому что, ну, с этим курсом просто невозможно, ребят. Ну, то есть, любая игра стоит от 15 баксов минимум, а сейчас 15 баксов это 1000 рублей. Ох ты ж. Да, без проблем. 100 килограмм на бицепс брал. Смотрю тебя с первого вида. Вот, мешочки. Где ты 100 килограмм на бицепс брал? Влюбил ты меня тогда в себя своими потными щечками. С тех пор и смотрю. Жаль, что Different закрыл. Довольно любопытная тема была. Different однажды продолжится, когда я потяну, собственно, купить все, что нужно. Но ребята активно помогают. Да, непосредственно на эту передачу уже накопилось 6205 рублей. Они там на особой карточке лежат, которые, ну, я не пользуюсь банально. Блин, я забыл, уже сохранялся или нет. Скорее всего, да, но все-таки... YouTube ест меньше батарейки. Вот это интересно. Не знал. PSP вот эта вещь, можно играть в игры от PS1, а самой PSP плюс эмулятор, естественно, конечно. Вот. Monster Hunter. Да, вот, ой, очень хорошо, очень хорошо. Даже сейчас здорово играется Freedom Unite. Я дико рад ему. Не знаю, это одна из моих любимых залипалок вообще на пихе, наверное, была все-таки. Так, я не помню, тут есть что-то важное еще? Наверное, нет. Надо пробовать выходить потихоньку. Military Facility. Коридор. Так, Тирекс ушел, по идее. Почему у тебя нет игрового ПК? Ну, на моем ПЕКе можно играть в игры, но есть одна маленькая проблема. Я не люблю играть на ПК. Ну, в смысле... Во-первых, у меня не во что играть. Ну, то есть... Игры, которые меня интересуют, это, как правило, то, что выходит на консолях. Ай-яй-яй. А раз оно выходит на консолях, то зачем мне играть на это, в это все на ПК? Ну, я просто не ПК-игрок и противник отчасти этого дела. Я люблю вставить там диск или скачать в цифре, и все, и погнал. Играй себе на здоровье. Так, самое время рекавери закидываться. Так, гемостат пока не нужен. Смол, да. Маленький медпак. Вот его, в принципе, достаточно хватает. Monster Hunter для пихи бери. Ну, то есть... А, еще что интересно, я еще не пробовал, но попробую на днях, на выходных, может, как раз Monster Hunter постримлю. Не, ну... Попробую, по крайней мере. Я скачал себе его, в общем-то, для PlayStation TV, да, и скачал его себе на Vita. Мне просто интересно, сможем ли мы сконнектиться, потому что, по идее, у пихи, ой, в Vita и обычный адхок, да, работает, но работает ли он в PlayStation TV, вот это интересный вопрос. Посмотрим, даже забавно. Может, какого-нибудь друга к себе потом затащу, чтобы вместе поиграть. Вот было бы забавно. Жалко, что в режиме, как же его зовут... от Hog Party, приложение для PlayStation 3, PlayStation TV работать не может. Ну, чтобы можно было по интернету поиграть. А если буду играть с пихи или Vita, я, к сожалению, это постримить не смогу. Сплошные проблемы. Хотя... Не, не смогу PlayStation TV подключить к PS3, потому что там особо хитрая коммутация. Да, сам себя запутал. Ну ладно, ну, надо попробовать. С какой консолью в дотку гоняешь? Спеки. Ну, я очень редко играю в доту. Вот, не знаю, первый раз за год запустил, не так давно. И то там что-то несколько матчей провел и вроде как наигрался. Мне больше не нужно. Сволочь! Бом, детка. Вот жулики, а. Хорошо, что перезарядки нет. Это так расслабляет. Pokemon Go, ну, забавно. Monster Hunter, их три части, их огромное количество уже, на самом деле. То есть, далеко не три. Так, я забыл, что делать, честно сказать. Может, сюда сходить? Hardware Storage. Я забыл, сейчас посмотрим. Ну, я еще плюс на чатик часто отвлекаюсь. О, вот это прям ключевая, помню, сцена будет в самом конце. Насколько... Да, да.
Да, помню, помню. Мяу! Мяу! Кот-звезда, телеэкранов, заткнись. Use one starting component. Я понял тебя. Еще мне нужна специальная платка, да? Сейчас бы просто не прошкварить нужный мне момент. Ну, посмотрим. Pokemon Go, короче, да, что... Ну, не знаю, забавно, то есть я прикалывался по этой штуке, но не сильно угораю, мне там 8-й левел с первого, там, не знаю, дня, когда скачал. Ну, было забавно. Вот, сейчас я хотел бы, не знаю, зафармить себе Farfetch, но говорят, он региональный. Так, честно, я вот опять протупил и... Искренне забыл, куда мне идти. Так, в джунгли. А у меня есть какой-нибудь, не знаю, брифинг-то толком? Я забыл вообще все. Ну, вообще сейчас, по идее, меня то ли закрыть тут должны, то ли только в конце меня тут закрывают. Просто я помню, что сейчас при каких-то обстоятельствах уже пора... А, я вспомнил, когда энергийный переключусь, когда я вернусь, по-моему, в прекрасное место, в прекрасное далеко. Подскажите, я могу действительно забыть, я последний раз именно проходил Динокризис, вот когда ролик делал, по нему это было 5 лет назад. Так. В той комнате ключ взял. Взял, вроде бы. Ну, на этой, на лежаке. Так, не порви меня. Сейчас надо сюда сбегать. Может, я тут что-то забыл. Эй, брат, Вась, ну ты чё? Первый Динокризис очень сильно связан с второй сюжетно, но потому что сюда они в это измерение, в это время они уже прилетели, условно говоря, доделывать дела, а в самом первом Динокризисе, в общем-то, вся завязка, то есть как и почему вот вообще люди оказались динозаврами в одном сеттинге. Блин, все пытаюсь от него вернуться, все равно оказываюсь у него под лапами. Очень, очень крутая часть. О, господи, я все-таки опять туда пришел. Сюжетно очень крутая, но геймплейно она, блин, почти утомительная, как мне кажется. Так, я сам себя запутал уже. Так, вот джунгли. Я туда не могу выйти. Я понял тебя. А, не выруби меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нежнее. Динокризис 3, да, но он хреновенький. Но он не такой совершенно. Сыкать надо как. Ну чё, перфект затон. Отлично. Привет, Вайпер. Про последний МГ. Слушай, я так и не поиграл. Я купил и все оставлял его до каких-то времен, когда у меня будет на него время. Но эти времена пока что, к сожалению, не наступили. А, там же завернуть можно. Слушай, точно. Точно, можно же было завернуть. Ну ладно, зато сейчас, может быть, взгляну на свое финансовое состояние и замучу себе электропушку. Не знаю, она мне нравилась, но очень быстро кончается, конечно. Это немножко расстраивает. Так, картриджи дорогие, да, петуху стоит минимум. Пока... Ой, чардж. Спасибо, чувак, просто от души. Уже хватило, наверное, на... На Shadow Tower хватило, да. На Shadow Tower хватило.
Большое тебе спасибо, чувак. Заходи еще. Можно без денег, просто заходи. Вот, спасибо за поддержку. Привет, Эдди. Привет, Эдди. В детстве играл, боялся. Слушай, ну даже не в детстве можно играть и бояться. Беги, подходи к панели красной лампочки, используй ключ, который ты взял на лежаке. А, слушай, это же старые игры. Нужно в меню найти и использовать, да, наверное, как обычно. То есть вот тут у меня ключик был. Вот, я его взял. Скорее всего, да, вот в этом проблема. Точно. Ну, забываются такие вещи, блин. Надо будет обязательно Broken Sword первый перепройти. Вот как раз, может быть, с вашей помощью это будет еще более актуально. Так, я тут ничего не взял, нет? Показок. А, это точно, это же с электропалкой Региновской можно будет открыть. Вообще круто вот очень сделали разбитие геймплея на двух персонажей. То есть такое ненавязчивое, и изо всех персонажей интересно играть. Что за Дилана, что за... Дилан же его зовут, я уже забыл. Дилан, по-моему, честно. Я перепроверю. Что-то я как-то засомневался даже. Это недобрый знак. Ну, Дилан же, да? Да, Дилан, все правильно. Можно. Я уже подумал, что я настолько старый, и все, склероз меня уже забрал, считай. Вот, и за Дилана, и за Регину очень круто играть, мне очень нравится. Какие твои любимые игры Resident Evil? Слушай, третья нравится по экшену, первая нравится по хоррорности ее, не знаю, как-то вот так я бы сказал. Так, ну что, давай, наверное, все-таки подхилимся немножко. Конечно, жирно такими паками лечиться, но да ладно. Item, key, item, key plate, yay. Ну и шестой мне нравится еще Resident Evil. Как бы это ни было странно. Ну, для кого-то не странно, для некоторых странно. И все, да, дверка закрывается, и надо ждать, сейчас будет Регину. Как раз, насколько я помню. Когда ты обычно проводишь стримы, выкладываешь... Или в записи... Но записи бывают, записи... Да, вот закрылась дверка. Записи бывают, я их выкладываю на этот, свой геймплейный канал, и там можно будет посмотреть. Ну, прошлого стрима, кстати, я что-то прошлый стрим, точнее, забыл выложить. Вот, надо будет и тот, и этот сегодняшний тоже скинуть. Ну, я просто уверен, что, как бы, народ не будет смотреть чуть больше часа какой-либо игры, как бы, ну, зачем? Как бы зачем? О, Регина, красотка, давай идем. Блин, такой крутой момент был, когда бегаешь за Регину, там ближе к концу игры, на водных платформах, и там эти чуваки из воды вылезают. Я забыл, как сам динозавр это называется. Не помню. Длинношеи такие. И там еще птеродактили летают. И все такое. Очень крутой момент. Именно в плане экшена. И там очень круто как раз-таки бегать с двумя узишками и фармить себе деньги. Очень здорово. Вторая часть самая интересная же из Ре. Ну, слушай, я просто скажу честно, я прошел сначала первую, потом третью, потом там, ну, всякие Gun Survivor и вот это все. И так, а как она там бьет? А, просто на крестик, наверное, да? Или на что? А, на нолик, отлично. Вот, и где-то только потом второй Resident. И как-то не... Ну, в смысле, мне он нравится, там очень крутые босс-файты и ситуация. Может быть, кстати, вот я не распробовал в то время. Вот, может быть, ремейк, когда выйдет, может, пройду. А, диплодоки, да-да-да, по-моему, вот они. Диплодоки или наши. Хотя диплодоки, они же не водные. Я могу ошибаться. Да что ж твою мать... А, я не те кнопки жму. Вот, диплодоги, ну, может, ты и прав, Ну, они похожи, по крайней мере, на диплодоков. Ой-ой-ой, грызет, сейчас кровотечение. Спасибо. Да, вот за Регину первое время прям тяжело мне всегда давалось играть. Так, гемостат у тебя же есть? Гемостат есть. О, спасибо, Эдди, большое. Спасибо за поддержку. С настроением все окей. Сейчас бы еще не сдохнуть. Да, конечно, Дилан, он в самом старте. В лучшей форме, как мне кажется. Я не знаю, пистолеты в играх мне всегда очень нравились, но вот за Регину в самое начало всегда тяжело было. Блин, я даже не помню, какие еще у нее виды оружия. Может, напомните мне, по-моему, огнеметик у нее должен быть. Вот эти два УЗИ и что-то еще. Вот это было хорошо. Фронт Мишен. Бывали уже стримы по Фронт Мишену, но
Я просто... Да что ж ты, Perfect, меня соврал денег, а? Просто, ну, не самая увлекательная игра. Я сам дико люблю залипать по Front Mission, ну, прям хлебом не корми, к бабке не ходи, вот это все. Но, мне кажется, смотреть его немножко утомительно. Ну, посмотрим, я-то не против, но посмотрим, посмотрим. Однажды точно замутим. Просто еще одна проблема, что я его там в сотый раз перепрохожу на Вите. А хотя, в принципе, я знаю, как мы это можем устроить. Просто флешку попробую перекинуть в PlayStation TV, и можно будет. Ну, в общем, что-нибудь придумаем. Два УЗИ топчик для фарма. Да, это вообще лучшая штука. Диплодоки сухопутные, вот как я говорил. Может, он просто под водой... А, вот это место как раз-таки с необходимостью... Противогаз использовать. Да, я же прав. Ну, там газ вот этот лютый. И там как раз какая-то важная штука лежит. Не помню, что. Ну, ключ карты, наверное, как обычно. Все, никого больше? Четыре динозавра и все это. Все, на что вы способны? Жулики. Ха, плезиозавры там были в воде. О, спасибо. Спасибо. Но я точно не знал их название, значит. Так, по-моему, это следующее место, где у нас будет Т-рекс. Да? Нет? Вау! Я аж не помню, что это такое. Т-рекс же? Да, вот он, мой парень. That's my boy. Да, вот Front Mission, я прям не знаю. Мне очень... Да что ж ты, дурак такой. Мне очень нравится механика Front Mission и вариативность, и вообще все, что там есть. Вот. На самом деле, надо, короче, заморочиться и пройти на стриме, может быть, первый. То есть я его 100 раз начинал, и все время где-то вот под конец как-то не хватало сил допройти его. То есть я, посчитаю, прошел полностью все, кроме вот первого. Ну, Gun Hazard, я не... Как там? Да, Gun Hazard называется он. Вот, он вообще лютый, конечно. Ну, на SNES. Он вообще, ну, сатанелый. У меня, причем я очень горд тем, что у меня есть полная коллекция игр Front Mission. Ну, с первой части на SNES. Непосредственно вот Gun Hazard. Вот, второй на... Вот, кстати, второй я, помню, проходил в детстве очень давно. Ни хрена там не помню. Но он такой лаганный, какой-то баганный был. Ну, я бы, может, кстати... Попробовал бы его пройти. Да блин, ну кривая дурочка. Кровь сейчас опять пойдет. Ну конечно. Ой, недалекая женщина. Боже мой, ствол, машину доверять ей нельзя. Еще очень круто, что можно вот бежать и стрелять. Мне всегда это тут нравилось. Добавлял дополнительного эпика. Так, ну что, у нас гемостата, наверное... А, нет, гемостат остался. Супер. Ну, я, пожалуй, сейчас зайду в комнату. Там, насколько я помню, есть сейф. Может быть, я прав. А может, и не прав. Я уже не помню. О, привет, Droid Games. В Silent Hill будешь гонять? Слушай, не знаю. Я во многие игрушки успею поиграть в ближайшие несколько лет, я уверен. Вот. Кстати, Silent Hill так себе не смог найти по адекватной цене на PlayStation 1. Ну, именно физики взять. На дисочки. Что-то... Надо будет тоже нафармить как-нибудь на него. Хочу собрать, пока они полностью не пропали, потому что, ну, очевидно, скоро закончатся все люди, которые могут продавать эти игры. Так, ну что, в шопчике у нас тут есть... А, огнемет, да, и вот эта вот штука. Огнемет на нолик. Я даже не помню, да, про лицуху. Я даже не помню, полезно ли он. Я помню, что он кидает вот этот, ну, контрит с ним хорошо, а вот смысл его иметь для других вещей, даже не знаю. В общем, сначала все равно нужно рекавери взять, вот гемостат один по любасу, маленькие аптечки. Так, еще есть места даже. Вот, и обязательно затариться. Что у нас тут? Ну, плюс 100 куплю на всякий случай и заправлю на... Заправьте, пожалуйста, на все. Блин, такая крутая система. Она элементарная, но я мало где ее встречал. Мне так нравится, так здорово.
Очень, очень круто, очень здорово. Блин, не знаю, я вот в восторге, конечно, от того, что тут вообще все сделали в этой игре. Очень круто. Да, но тулов у меня пока нет, потому что тулы как раз-таки, насколько я помню, даются уже после прохождения. Вот там карточки все эти покупать и так далее. У нас в Питере продавали за 3000 на Авито, через 15 минут уже товар был пройден, да. Бассейн фон фильтр были, стримы, да, были, были. Ну, давно были, но были. Siphon Filter, да, блин, здоровский. У меня даже ролик был по истории серии Siphon Filter. О, Джан Немо подписался на Твичанский. Спасибо тебе, дружище. Приходи и потом тоже. Я смотрю, сегодня Твич тоже такой, ну, не самый популярный у нас, но народ приходит. Здорово. Так, да, стрим был. Я его вроде даже не удалял, то есть он до сих пор остался на ютубчике. А, наверное, удалял. У меня в то время какие-то странные были очень проблемы с то ли провайдером, то ли YouTube сам лагал. Может, он просто по закрытой ссылке выложил. Но стримы были, да, по крайней мере, очень давно. Так, ну что ж, мы тут остановились, нужно идти дальше. В МГС, по МГСу по первому тоже были стримцы уже. Сериан подписался. Спасибо тебе, друг. Шестой iPhone на Юле. Нифига себе, круто. Блин, Елава вроде прикольная. Надо будет скачать. Про Елу, кстати, мне очень актуально говорить, потому что это ж мейловская тема, насколько я помню. Ой. Да, действительно хочется забыть, что тут происходит, чтобы заново, короче, приколоться по этому всему. Бирулак подписал. Спасибо тебе за подписочку на Twitch. Кстати, ребят, кто смотрит меня сейчас на Твиче, там на ютубчике у меня вышел обзор на Отряд самоубийц. Видос по лучшим оба играм. И что-то там еще, не забудьте посмотреть. Не забудьте посмотреть. God Eater. Слушай, ну он очень дорогой. То есть... Не знаю, я прикололся в свое время по первому God Eater. Мне он понравился, но вот репетитативность достала, когда ты ходишь на них тех же мобов. Ну, я тоже недавно говорил про другую какую-то игру, тоже с подобным геймплеем. Может, кстати, про нее даже не помню. Меня бесит, что там нужно ходить на одних и тех же мобов, типа по разным заданиям. То есть сюжетным заданиям. Ты делаешь то же самое, и, в общем, этот репетитив просто бесит. Бывает. Так, подписался Фея Фиалка. Или подписалась, даже не знаю. Может написать в чатике, даже интересно, ты девчонка или парень. Так, с девчоночкой с этой мы уже поболтали. Сейчас бы вспомнить, что мне сделал. А, я просто сейчас, по-моему, Криса, боже мой, Дилана... Выпустить должен в итоге. Новый Metal Gear за 300? Ну, на консоль, да? Или ты утверждаешь, что я купил? Может, сила запит... Да что? Блин, я не похилился. Вот это я бы сейчас просто обломался. Гемостат... Нет, русский парк слишком жирно. Смоловую. А, на ПК. На ПК нормально. На ПК нормально. Вполне себе. Я на консоль за 1100 в сторе покупал, когда распродажа была. Мед по КСУ. Вот, прямо отлично. Как раз только что использовал точно такой. Считай, восполнил запасы. Напряжные, конечно, перестрелочки эти бывают. Единственное, что пока смотрел на чатик, совершенно провафлил момент с диалогом. И забыл, что мне нужно сделать. Сейчас посмотрим. Кинцо на вечер. Вчера я посмотрел фильм, называется «Стажер». С Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Ну, такой...
типичный фильм американский, который через несколько лет можно будет называть классическим. Ну, просто такая приятная история, без лишних заморочек, без всякого пошлого говна и так далее. Хороший фильм, который стоит глянуть. Но если ты юн, то, наверное, тебе будет не очень интересно. Хотя, не знаю, может быть, ты любишь хороший фильм, а мне показался он хорошим. Ой. Так. Пацаны, подскажите, что делать? Я забыл. Я помню, что нужно как-то Дилану сейчас спасти. В следующий раз, кстати, за Регину я уже буду играть на кораблике, насколько я помню, на их. Когда мы на второй остров переплывем, что-то... Надо, короче, Дилана спасти. И вспомню теперь как. Сериал мне понравился. Блин. Проповедник крутой. Он, конечно, затянутый. Я даже хочу... Да что ж ты, не поворачивайся туда, куда я хочу. Боже мой, сейчас все просру. Я даже думал насчет того, чтобы сделать видос по проповеднику. Даже придумал форму, как это сделать. Вот. Как раз там вижу вопрос про коллаборацию. Как раз вот хотел Хоббита привлечь к тому, чтобы мы с ним это все сняли. Вот. Но он сейчас пока уехал, и... Эта идейка, ну, собственно говоря, терпит. В любом случае, сейчас лето, и многие говорят, да и сам вижу, что летом делать какие-то важные, типа, видосы, ну, так себе затея, потому что мало людей смотрит. Ну, не мало, меньше людей гораздо. Так, Дилан, как же тебя спасти-то, а? Это, я думаю, с Аней мне сейчас Нестер поможет, да? Так бы Миша Кашин, я думаю, справился бы просто супер оперативно с этой задачей, да? Его сегодня внезапно... Нет! Ой! У Шатайла хорошие устроили, хорошие. Но без монтажа на Ютубе это максимум стримы. Вот. А, этого же Динера, кстати, можно убить. Это ж не Т-рекс. Это я помню. Правда, я не помню, чем именно, но... Он ушатываемый. Сейчас выйду из этой локации, нажму на карту, посмотрю. Я просто проглядел момент, действительно, что я там взял, не взял. Так, кто-то вас зафоловился. The Hopper Griff. Сейчас Чокобо появится. Уху, появился. Прям вангую, вангую. Блин, там все равно закрыто. Battleship я вижу на карте. Чё-то я не то сделал, да? Что-то... Ну вот я вижу, да, я могу открыть одну дверь. Сейчас сам себя запутаю. Ну, в принципе, через верх я могу пройти. Через... Нет, боже, сложно. Кораблю, да? Да, попробуем. Ну, блин, кораблю, мне кажется, рано. Мне казалось, этот момент чуть-чуть позже должен быть. Ух-ух. Нет! Да, блин, сорвал фловлис мне жук. Тупой ящер. Как будто говорю про любителей Xbox. Large, medium, medium. Так, map. Сейчас. Тут у нас что? Где я вообще? Да сейчас я голову сломаю. Так, а, фу, все, вижу, где я. Так, мне нужно вправо идти. А, хотя стоп. В принципе, Military Facility, она же вон она.
Я сейчас пришел из Research Facility. Вот отсюда. А Military Facility... Во, точно, мне нужно сюда явно. То есть, я сейчас иду влево. Все правильно. Кто там? Что там? Привет, Бейс. Спасибо за ностальгию. Почти забыл эту игру. Помню, что получил в детстве не меньше эмоций, чем от второго и третьего резидента. Точка. Помню, как рыдал в конце, когда второй главный герой. Спойлер. Да, очень крутая концовка. Огнемет. Так. Точно. Тут же споры. Хотя подожди, тоже, мне кажется, рано. Или я дурак. Ладно, сейчас давай попробуем. Что-то реально какие-то вещи подзабыл. Спасибо, Саня, спасибо. Нужно идти к Дилану, да, это я понимаю. Вот как раз через вот этот... Да что ж, твою мать, ты творишь, жулик. Сейчас вернемся, возможно, мне как раз денег хватит. Вау! Привет, Давид. Или Дэвид. У меня просто есть знакомый по имени Давид. Фух. О, смотри, Миша пришел. Так, Миш, давай, у нас второе появление Регины. Нам нужно через споры проходить же, да? С помощью огнемета. Да, да? Скажи мне. Хотя, нет, не то чтобы мне не хочется доверять Саше, но... Карточку водопада еще нет, еще рано. Она там как раз после момента со спорами должна быть, насколько я помню. Бакинцам. Привет, бакинцам. Типа так. А, я понял. Сычечки получили. Ху, давай, перфик. Да сука! Мне же не хватит теперь. Не бойся. Хотя я, в принципе, тут нормально нафармил. И кантры есть. На Xbox, на 360-м Infinite and Discovery крутой, на Хуане мне понравился, ну, Sunset. Ну, просто это необычный такой момент. Так, вот. Компьютер. На сам огнемет, наверное, мне не хватит, да? УЗИшки! Блин, я не понял, вот САП поможет мне против спора или нет? Ну, как бы у него чуть больше рейндж, поэтому, ну, должен, наверное. Давай попробуем. Блин, туплю. Все правильно, Алин, отлично. Постоянно уже подзабыл. О, здравствуй, Алин. Нет, до победного вряд ли. Хотя, блин, она, конечно, спидранится за 2 часа, но... Вряд ли. Посмотрим. Я ничего не обещаю, но, скорее всего, нет. Не поможет, только огнемет. Динокризис, да, это первый. Желе из Кока-Колы? В жопу сон. Короче, Ден, а ты будешь желе из Кока-Колы делать? Можно взять тонну Кока-Колы и сделать из нее тонну желе. Не, я умею готовить омлет. Хорошо, яичницу, макарошки, жарить курочку. Ну, в смысле, жарить курочку, ну вы поняли. За 5 часов, ну, слушай, ну, я, конечно, не заспидраниваю сейчас. Я в этом точно уверен. Так, я еще даже его не экипировал. Умница, блин. Weapon. Sub-weapon.
Ну да, наверное, все-таки не проканает эта тема, но все равно я хоть пофармлю немножко денег. Напомню сам себе, что нужно 8 тысяч. 8 тысяч. Так, о, твари. Ну что ж, вы мне все так портите, сволочи. Ай, гемостат забыл купить. Ёшки-матрёшки. Сатурн, Дипфир, не. А, Дипфир, саму игру видел. Она же на первой Соньке есть, по-моему. А, не, Critical Death. Депт. Я вот с ней перепутал. Не, наверное, не играл. Вообще, на Сатурне одну игру на эмуляторе только запускал. За Лозавру около 4000 дает. Ну, как раз вот за вот этого недотирекса, да? Что ж, попробуем. По-моему, я все-таки ушатывал эти споры. Да, я прав. Ушатываются они с саба. Вполне себе. Главное, чтобы хватило. То сейчас вспомнил, как в Streets of Fate мы тогда фармили дракончиком лед. И это было прям криполуга. Так, тут у нас есть спуск. Это я его помню. Ну, самый такой сложный для меня момент всегда был именно по поиску. Это вот... А чё это я их не рубил? Найти противогаз. И найти... Вот эту вот знаменитую карточку, которую унес маленький велосираптор. Или кто он там, я забыл уже. Короче, маленький динозаврик похищает карточку. И её потом нужно будет найти на... речушки. Привет, привет. Да, на Дермкасте есть второй денег. Так, саба все меньше и меньше тем временем. Какое комбо, какое комбо! А флоулис дадут? Я уж не помню. Курочка, не то. Сейчас Ютуб любит смотреть на издевательство над Кока-Колой. Серьезно? Я что-то не видел ничего про Кока-Колу. Желе из Кока-Колы. Суп из Кока-Колы. Суп из Кока-Колы я видел, да. И все за вермиллион просмотров. И, мля. Как же мерзко Google мужик проговаривает слово Coca-Cola, БР. Не знаю, до скольки. Противогаз по сюжету дают. Не, да, ну, не помню. Не помню. Не помню. Это было давно. Не помню, я старый. Может быть, другая, кстати, да. Так, ну что, до Дилана мы добрались. Супер. Денег мне дали, кстати, за споры-то, не? Я что-то вот проглядел этот момент. Да, 8 тысяч дали. Нет, сначала УЗИшка, сначала УЗИшка. Так, окей, нужно сначала купить себе гемостатика. Маленький хапечек. И в магазин прокачать вот здесь. Давай жранем прямо. Я говорю слово жаранем, ну вы поняли. Так, ну пока хватит. Чардж, бум. Ну, а, какие тулы мне, о чем я? А, сейф, 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 сейф. Слушай, Миш, ты ж помнишь, тут, по-моему, есть как раз-таки какой-то бонус за прохождение там в ограниченное число сейвов. То ли с одним, то ли что-то такое, да? Или вообще без сейвов.
Не помню. Я помню, что за прохождение за меньше, чем 2 часа дают серебряную карту, которая бесконечные патроны дает. Passageway to military facility. Military facility. О, куда это? Не туда, да? А, стоп. Или туда? Все туда. Все нормально. Фух. Опять эти безумные ребята, а? Блин, так я мечтал, чтобы было продолжение именно второго Динокризиса, но, к сожалению, я такого и не встретил. На своем жизненном пути. И это грустно. Да, конечно, берем, место есть. Platinum God of War, HD Collection на Vita. Ну, так, ну, не, ну, время понадобится достаточно много. А так, в принципе, сложно, наверное, ничего нет. Эту игру за 7 часов? Не, спидран... Вот он, да. Трицератопсики мои. Блин, крутые. Правда, сейчас набор пикселей. Блин, ну раньше они меня прям очень сильно вставляли. Не знаю, не знаю почему. Как и говорил, наверное, фетиш такой странный. Трицератопсов. Возможно, меня дико впечатлил как раз этот... Земля до начала времен в свое время, когда маленьким был. Очень любил этот мультфильм. О, птеродактили. Кстати, насчет птеродактили как раз Питри звали одного из героев. Жулик. Он там все с вишенкой носился. Какой добрый мультфильм был. Сейчас не знаю даже, затащил бы он. Себе его пересмотрел. Надо будет, кстати, как-нибудь заняться. Что ж вы такие зануды? Хотя ладно, с пистолетами это все глупости. Надо вот УЗИ сейчас взять за 12. И просто всех фарш. Первый или второй больше нравится, конечно, гораздо. Первый очень крутой по сюжету, второй очень крутой по сюжету и по геймплею. Вот так. О, ключик. Ключик. This is a key you got, key plate, was. Ой, какой файл, эй, ну ты чё, айтем, покиплейт. Прогулки с динозаврами, да, классные. Так, я чё-то проглядел момент. Не тот, что ли, вставил? Да блин. А может и тебе надо просунуть его? Ну ты чё? Так, что я тут просил? Ключ менять надо. Сейчас, control panel shield shutter, use alarm. Угу. Кейплейт. PayPal, да, в той ситуации с 400 баксов, да, все вернули. Все, я понял. Про ключ. Вспомнил эту тему. Но за подсказки все равно спасибо, то что, ну, какие-то вещи действительно забылись уже очень так плотненько. Очень плотненько забылись, хотя, так сказать, по-моему, вообще невозможно. Так, и опять не туда повернул. Класс. Дрифтуй, Регина, дрифтуй. Так, по-моему, не сюда. И? Да, не туда. Вторую дверь я как-то прошляпил. Сразу налево, да. Не, я визуально дверь эту знаю. Просто я что-то пробежал ее внезапно. Такая темная, с кружочками. Вот она слева точно. Угу.
Я сейчас сегодня в очень модной футболочке. С Final Fantasy. Ой, седьмая финалка, боже, лучше... Да что ж ты такое? Давай, иди сюда, щенок. Сорвал мне всю малину. Привет, привет. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, Мишка. О, тут, кстати, надо оружие поменять. Сразу открыть ее как раз. Так, стоп. А, не то нажал. Слушай, вот я в свое время, да, даже чаще, чем раз в год ее перепроходил, но вот сейчас уже что-то очень давно не проходил ее. Так, стоп, не то дело, не то дело. Weapon. Sub-weapon. Пам. Не, даже меньше. Даже меньше, чем на, как ты говоришь, седьмой раз. Быстрее гораздо кончаются динозавры, иногда со второго захода. Собираю на еще дальше ретро-игрушки, чтобы на американском сторе их докупить. Там есть ништяки всякие. Я забыл. А какой мне ключ надо? Боже, я вообще растерялся. Стой, у него там был. Ща. Синяя панелька. Да, синий ключ. Что-то я вообще затупил. Да-да-да, вижу, вижу прощение. Да-да-да, синий-синий. Синяя панелька там была. Я просто проклевал тот момент, как, какой я ключ сам поставил. Зеленый я поставил, а мне нужен синий. Было. Сразу вспомнил загадку из второй паразитки, где нужно было провода идти мне. Не, а вторую паразитку, кстати, я точно на стримах пройду с удовольствием. Это случится однажды. Файличек. Опаньки. Здорово, Тём. Так, наверное, лучше с молком я сейчас закинусь. Вот уже динозавров нет, в принципе, вот в этой локе. И сейчас, небось, их в зале тоже не будет уже. Они все равно потом придут на второй волне. Хотя нет, смотри-ка-то. Вот надо же было вот просто в таком месте меня дважды накидать. Никаких фловлисов просто с них не дождешься. Вот только УЗИ появится, все, всем просто хана. Я, правда, денег не наберусь на пополнение патронов, но я готов, я готов, я готов. О, еще помню момент подводный тут такой, достаточно неприятный, с крокодилами с этими, лютый. Вторая паразитка, слушай, ну, она достаточно долгая. Я вот спидранил ее по молодости, но это было тоже, знаешь, часов так 4-5. Первая вообще очень долгая. Вот ее не заспидранишь, блин, ну там очень крутой сюжет. Да что ж я туплю? Не знаю, Паразитив это прям вот одна из лучших игр Square Enix. Squaresoft, точнее, чтобы быть верным. Здравствуй, Дилан, выходи. И мозги свои проветри. Блин, финальная битва. Блин, круто. Крутая игра все-таки. Где сейчас вот такое? Хотя, возможно, игра-то сама по себе достаточно обычная, да, вот после любого игрового опыта длиной там в хотя бы 10 лет, у меня их 20. Вот, ну, в то время это было, конечно, очень круто. Очень круто. Ну, и сейчас, не знаю, на фоне ностальгии очень здорово заходит. Очень здорово заходит.
Там во второй паразитке очень очевидные загадки бывают, и это там, да, там есть где затупить и где долго копаться. Я даже из Драйфилда, помню, не мог выйти долгое время. Чат как древний манускрипт. Да, нормально, нормально. Когда-то и Крайзисы первые будут смотреться, как вот Дайна Кризис сейчас. Доброй ночи, чувак, приходи еще. Так, ну что, нам сейчас нужно будет починить машину времени. Ну, не, первая часть паразитки, она очень большая. То есть, если я начну заново проходить, мне кажется, часов за 10 не осилю. Она прям очень большая, действительно, прям длинная игра. Я когда делал на нее обзор, я проходил ее дня 3 просто вот так. Ну, еще хотелось, конечно, какие-то штуки интересные найти. Но вообще, последняя битва с боссом в первой паразитке, это жесть. Там нужно убить, получается... Сначала нужно убить босса, потом убегать, не сдохнув, а это сложно там, и убить босса еще разочек. Как-то так, блин, тоже уже было давно. Ну жесть, блин. Ну, даже на изи тяжело. Жесть. В первую вообще не играл. Первая очень стоящая. Она, блин, жалко ты не поиграл. Если есть возможность какая-либо, я прям советую. Там она даже больше, наверное, в чем-то хоррор, чем вторая. В общем, не знаю, вот первая часть, она абсолютно другая, то есть вообще другая. Там крафт есть, там, блин, вообще другая. Ну, то есть, не знаю, мне так тяжело не говорить. Можешь угореть, посмотреть у меня ролик про первую часть. Ну, про вторую не надо, про вторую я там просто все заспойлерил. Что-то хотелось просто рассказать, о чем сюжет, потому что в то время он меня, ну, дико вообще штырил. Просто вот, фух. Третью часть пройди. Ты пройди на Кризис или The Sad Birthday? Имеешь в виду вообще? The Sad Birthday я раз 20 прошел за всю жизнь. Одна из любимых игр на PSP, но, собственно, я вот в ролике как раз про это показывал. Любимые нинтендовские игры Fire Emblem. На 3DS посоветовал бы. Ну, Fire Emblem, Zelda, очень крутой Kingdom's Heart. Что-нибудь еще, ну, там, платформеры по вкусу, я просто не очень их люблю. Как тебе финал 4-го Uncharted? Мне очень понравился. Вот Крэш, который от первых трех восторгов был, сказал, что финал вообще ему не зашел. Ну, не знаю, мне понравилось. Очень крутой эпилог был. Так. Ну, денег у меня тут, смотрю, не особо-то и много, поэтому... Наверное, пойдем про PSP. Ну вот, The Sad Birthday, я понял тебя. Мне очень понравилось. Несмотря на то, что оно, ну, вообще не то, что народ ждал и так далее. Да, куплено на Vita, но что-то руки не дают руки. А, ты, подожди, но первой части на Vita вообще нет. А ее даже, по-моему, в американском сторе нет. К сожалению. Она, наверное, вообще только в Японии выходила. Или нет. Честно говоря, даже не помню. У меня-то японки, я принципиально собираю именно японские версии. Потому что я все равно с консоли вряд ли их пройду. Алекс Суханов подписал. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Так, что у нас тут лежит? Как раз-таки сломанный этот стартер. Сейчас будем вспоминать, что дальше делать. Уже и не помню немножко. Оригинка наша напряженная. Ну, погнали. В Данганронпа не играл. Что-то, ну, вроде Мишка этот забавный, но не. Я, кстати, насчет Мишки-то, только вот Кашина, попробовал посмотреть, сколько-то там серии Штайнера врат. Вот. Вот очень много вот этой анимешной дрочильни, когда няш-мяш, и когда чувак видит телку, трясется от нее, вот это вот все, не знаю, меня прям раздражает вот эта вот японская девственность какая-то непонятная. Вот, но по сюжету забавно. То есть я бы сокращал серии до 10 минут, и было бы нормально. То есть, чтобы для людей было, условно говоря. Вот. Так, теперь я могу обойти там. О, спасибо, и Stranger тоже за фоллоу.
А, на PSP основном первая часть. Да, вот это ближе к истине. Там можно. DS2. Ну, может быть. Так. Сейчас. Блин, а все... Хотел же открыть Региной эту дверь, но что-то тупанул. Так, ну ладно, все равно надо разбить эту хрень. С той стороны сейчас попробую пройти. Ну как, попробую, просто пройду, на самом деле. Да это что? Ой! А, стоп. Тут же мадамой закрыто все. Дверка, вижу тебя, чую, ты же дверка. Блин, на PS1, да, Diablo я прям задрачивал. Ну, конечно, карточки на ней не оберешься. Очень тяжелая она была в плане сейвов. Ты как меня там достал, пес, эй! Здорово, чувак, здорово, у нас тут адуха. Беги на край земли. А то тебя порут, беги, слышишь? Вот это где-то здесь потом как раз карточка, по-моему, будет. Вот где-то вот в этих краях. А не вижу, ну цепляйся. О, боже мой. Вот это крепотень. Илью Мэда на предпоказе. Коля Pixel Devil видел, но я не встретил его, честно сказать. Ну, он ходил за водичкой. А я вот это... Да, твою ж мать! Да, иногда смотреть в чат чревато, я бы сказал. Так, гемостат. А, не туда. Да, в принципе, эсочку можно закинуть в себя. Да, это второй динокризис. Так, а где открыть штуку? Вниз пойти. Просто это явно мне не помешает. Надо все-таки динозавров в первую очередь валить. Да. Автоим, конечно, иногда прям разочаровывает. Тут, по-моему, ни о чем. Какой-то лут будет. Или вообще не будет, я уже и не помню. Ну, собственно, мы отсюда же пришли вообще. Это, считай, просто будет проход для Регины теперь. Даже не помню, нужен он ей будет или нет. Действительно, так давно было. Так, что у нас здесь? Ой, наверх, да? В принципе, у меня тут вроде сейчас и выбора-то сильно нет. Так, Research Facility. Она у нас... А, внизу вообще. Ну, я через верх пройду, наверное. Раз уж я здесь. А, да, у меня и выбора-то нет. Через верх, собственно, идти. Нет! Да блин, долбанное дерево! Ну какого черта, блин? Камбу все слило, тварь зеленая! Или какого ты долбанного цвета? Не прощу тебя. Пацан, а чего Дэну не донатят?
Чувак старается ради вас. А вы сейчас... Чувак, расслабься, все хорошо, все хорошо. Спасибо тебе огромное за поддержку, но, блин, если ты, конечно, богатый и ты можешь тратить такие деньги, то ну, я не то чтобы против, но пощади кошелек. Но я тронут. Спасибо большое за поддержку. Данилу, геймдизайнер в конторе WebGames, делает игры для социальных сетей. Такое сейчас не делают. Инди-разработчики подтянутся. Ну, не, вряд ли. Видел тебя на Техлапсе 2014. Да, 2014 я был точно. 2015 не был уже. Dreamhack был. Мы с Даней были, да, на Техлапсе. Мы даже ролик снимали. Можешь на Мегамисо посмотреть. Там смешно. Хорошая, но в принципе для тех времен графика действительно была хороша. Ну да, еще нужно сделать ставку на то, что графон-то делался для старых телеков, да, и из-за черезстрочной развертки, всех вот этих вещей игра выглядела гораздо лучше. Конечно, сейчас на ЖК похуже, чем было. Вот. Ну, это знаешь, это как смотреть 3D. То есть в 3D вот так вот просто каша ссаная, а вот когда в очках вроде и нормально. При этом видосы ты оттуда на свой канал не выпускал. А ты про что? А, ты про Техлапс, да, наверное, сейчас посмотрю в чатике. Не, мы просто на Мегамису это сняли по приколу. Вот, и плюс там еще репортаж был на Кибергейме, где я в то время работал. Кстати, в случае регулярного успеха переиздания Ре, может и дальше дело пойти. Ну, может, но я прям вряд ли. А, я помню такой момент. Я помню такой момент. Было. Да. Опять без словлес остался. Ну ладно. Не маги донатят гораздо больше. Так-то. Они там что-то и по 200 тысяч собирают. Но это не повод. У них-то аудитория больше гораздо. Правда, собирают они на очень странные вещи, я бы сказал. Прям категорически странные. Я считаю, на что собираю, то народ и видит потом на стримах или еще где. Только в основном на игрушки. Ну вот, из не игрушек, только дифферинг был. Вот, это он пока стопнулся. Ну, наверное, до сентября начну опять собирать, посмотрим. Они для алфагов стараться не будут. Ну, не знаю. Аккуратнее, Денчик. Так, я вижу. Нет! Ну ты зачем? Под хвост ему накидывай. Блин, а? Не получилось. Ну, анимушу они не до конца, конечно, похоронили. Они-то до какого-то момента Генжи выпускали, что, ну, как бы, можно сказать, идейный продолжатель серии или типа того. Так. Да, сейчас на сейвилку приду. Блин, ну, конечно, без внятного количества патрончиков. Ой, патрончиков, денежек. Эх, раньше, да, я помню, вот когда доходил вот до Дилана, да, вот второй раз, когда за него играешь, у меня уже было все купленное оружие, там уже даже с картриджами прокачанными, так что... Оверлорд именно первой части. Слушай, честно сказать, не играл даже. То есть у меня его даже нет, насколько я знаю. Да, нигде, помню, ни в цифре, ничего такого. Не играл. То есть как-то пропустил, я не знаю по какой причине, но просто так вышло. Просто пропустил и все. Как можно не задонать человека, который забывал психопсину? Блин, уморительно. Шоп. Ну, нет, у меня 8 тысяч. Да, собственно. Этого и следовало ожидать. Но гемостатик надо взять. О, нет, больше двух не надо. Смолушки две. Эмочку. И медпак. Вот такой еще. Но пусть будет хилок просто до упора. Третьего лица. Ну, все может быть. Я бы не хотел, честно скажу. Я за такую движуху бы не подписался. Потому что, опять же, смотрите, вот Зера круто переделали, мне понравилось, как сделали Зера.
Так, чардж есть, может, картридж какой-то дешевый. А, хренушки там, понятно. Слушайте, а может, не стоит выделываться, и сейчас я переодену, собственно говоря, электрическую пушку. Я помню, что она странная, но, в принципе, нужные вещи она могла делать. Такое ощущение, что еще шарик оставался немножко на месте, я не помню, посмотрим. Так, сейчас я куда там поворачиваю, вниз? Да, вниз на Research Facility. Да, остается точно. Мне еще нравится, что он ваншотит. И это прям большой плюс. Конечно, оно такое казуальненькое оружие, но что поделать. Зато комбы можно собирать, пытаться. Контур! А, не спасла! Не спасла! Ну, блин! Меня так это обламывает! Ну, тут можно было 1006, небось, получить. Здорово, Селданте. Здравствуй. Блин, это прям обламывает. Фух. ПК у меня... Я просто не запоминаю, по мере того, что я просто не играю на ПК. Можешь посмотреть, у меня, по-моему, на Ютубе или ВКонтаче точно есть список того, что в моей пике встроено. Там карточка какая и все такое. Я просто действительно не помню. Вот маковское свое железо я помню, а вот это нет. Не, вообще у Combo Breaker этот фильм должен был идти гораздо дольше. Там очень много понерфили. Так, сейчас нужно вниз. А комп собирал? Я не собирал комп. Я, собственно, его когда-то там купил, так он у меня и жив. А, хотя стоп, я этот комп не покупал даже, я его... Или покупал? Что-то я забыл уже. А помню, что за зарплату, короче, какую-то пеку себе взял в одну из контор, где я раньше работал. Спасибо, Росгеймер. До следующего стрима, доброй ночи. Не знаю, посмотрим. Не знаю. Очень захотелось поиграть в Динокризис. Что будет потом, я даже представить не могу. Так, электричества почти не осталось. Нужно срочно сейвилку. Ну чё, комбо 8 и... Сколько денег? А, мне что, куснули там где-то по дороге? Блин, ну ладно. Патронов-то уже и нет. Фух. В защите Паула от нападения перед финалом. Да, это есть. Я, кстати, так и делал. В конце, да, очень тупо, когда ее ушатывали. Так, я там вообще, где я должен быть? Блин, я вообще не в ту сторону повернул каким-то макаром. Надо будет Региной потом открыть эту дверь. Ну ладно, может сейчас еще чуть-чуть денег нафармлю. Все-таки пушечки. 12 тысяч нужно обязательно на УЗИшке. Но без...
Без картриджа, конечно, это прям бесполезная трата времени и денег. Такс. Вот сейчас было бы обидно. А вот сейчас еще обиднее. Е-да-да. Из игр, из стареньких игрушек, да, хочу некоторые штуки взять, которые хочется показать. Вот, и... Из того, что... Ну, просто не успел добрать в свое время. Ну, приоритет сейчас, конечно, американский стор, где, ну, все и дороже за счет курса, и просто этих игр, ну, не найти. Там на PS2 есть несколько ништяков, которые очень хочется взять. Так, вот сейчас бы не затупить. А, налево, наверное, просто, да? Слушай, это... Я тебе даже... Ну, вот сейчас пройду уровень, я посмотрю, потому что... Это какие-то очки просто вот с рынка, условно говоря. Может, у них есть фирма даже, я не знаю. Мне кажется, это какой-то нонейм вообще. Не вижу ни одного опознавательного знака. А, геймпад отключился, что... Что произошло? Эй, эй, не вовремя! Не вовремя! Очень не вовремя. PSP или PlayStation Vita? Слушай, если вот Vita взломают, я думаю, она будет просто ультимативной штукой. Я уверен, что однажды ее взломают. Блин, сейчас, конечно, очень сильно затупил из-за того, что геймпад отошел. Это очень неприятная тема. Но по возможностям, как бы... Ну, PSP, конечно, круче. И комиксы читать, и все такое, но... Повторюсь, до поры до времени. Ну, не, Vita взломали не так все равно. Это, ну, не тот взлом, которого все ждали. Эмуляторы, да, какие-то маленькие хомбрюшки, да, но когда уже из ОШКи начнут запускать и делать нормальные эмуляторы, тоже первой Соньки, там, второй Соньки, вдруг... ну... Там остальные, там, NES, ну, хорошие же эмуляторы, без дрочки, потому что вот этот Hexen, или, не помню название, честно говоря, его главная проблема сейчас какая? Это то, что если ты Соньку, Витку не зарядишь, и она сядет и сдохнет, типа, или ты ее полностью выключишь, то уже все, заново опять надо будет все ставить. Это неудобно. Завтра работа, Динокризис, крутая игруха, да, чего, крутая. Да, шугать малышей. Сигареты, ну, в детстве я пробовал, и однажды, там, знаете, как говорится, бычки добивал, вот, меня что-то предки пропалили, и дядька такой говорит, ну что, курить хочешь? Я такой, да, давай, я ж крутой парень, мне уже там сколько, лет 9, наверное, 10, я не помню, он суровый, 90-е, начало 2000-х, вот, и он такой, ну, на, затянись, короче, дает мне несколько сигарет Капитан Блэка. Типа, слабо курнуть, там, трибл, может, сигареты, что-то такое. И я такой, я крутой пес, мне вообще ничего не слабо. Я, в общем, тяганул вот этого Капитан Блэка. Он такой говорит, ну, глотай, чё ты как баба? И я такой, ну, чё я, правда, как баба, короче. Ну, нормально в затяг цапнул это все. И потом блевал, наверное, неделю. Если не неделю, ну, короче, было бы максимально хреново. Вот, и после этого момента я понял, что, ну, мне не очень хочется курить. Плюс там... всякие проблемы, грубо говоря, которые могут из-за этого преследовать человека дальше, там, не знаю, желтые зубы и все такое. Там, кстати, кто-то в чатике до этого спрашивал, вейпер ли я. Я вопрос увидел, забыл ответить, к сожалению. Не вейпер. Я, конечно, думал, ну, чтобы там отвлекаться, стресс снимать и так далее. Вот Коля, например, Пиксель Девил, он себе вейп взял, вот, и им говорит, что помогает. Вот, ну, ему, так скажем, в каких-то ситуациях. Ну, по крайней мере, говорил, я сейчас даже не знаю, покуривает он вейп или нет. Вот, ну, не знаю, в общем, я не взял, и не знаю, хорошо это или неплохо. Ну, наверное, ближе к хорошо.
L или M? Medium, да. В общем, к курению негативно отношусь. Плюс у меня родители курили, ну как родители, матушка курила и дядька. И они как-то в один день бросили, там обращались к специалистам, которым мы очень быстро помогли. Вот, но после этого они еще и вес набрали. Ну то, что когда ты куришь, ты заменяешь что-то сигаретами, как правило. Вот у них как бы борьба там со стрессами, условно говоря, ну как мне кажется, да, она просто перешла в желание лишний раз пожрать, возможно, или что-то еще. Ну, в общем, обмен веществ все равно меняется. Ну вот, и не в лучшую сторону, как правило. Вот, если ты очень долго курил, вот, бац, и забросил. Так. Ага, где-то есть дверь, которую я могу открыть. Ну, это, блин, не она. Так, ну что ж такое? Все кусают, кусают. Хорошо, что они хоть маленькие. Последнее видео парил. Ну, значит, курит до сих пор, да. Финалку 15-ю, да. А Deus годный будет. Слушайте, я поиграл вот в первую главу, мне очень понравилось. Я вот, ну, не люблю говорить, что я жду игры, но я очень хочу поиграть в него. Вот, возможно, даже удастся поиграть в него до релиза и, соответственно, сделать ролик как можно раньше, чтобы вам там все уже точно рассказать. Но первый вот этот эпизод, там, ну, 6 часов мы, ну, там, не 6, там, 5, может, проходили. Мне прям понравилось, очень круто. Точно, может, мне сюда надо просто вставить. Я надеюсь, что... А, у меня он есть, точно. Да, тихо. Item. Окей, item. Research facility. Keycard. Я когда не говорю, жрать пробивает. Ну вот, может быть, видишь, как раз такая тема. Канал смотришь? Слушай, у меня просто времени нет, как правило, смотреть какие-то каналы. Ну вот, я если смотрю что-то, да, честно, то это в основном именно мои друзья. А, потому что, ну, типа, мне иногда не плевать, что они делают. Вот. Просто времени очень мало, и случайных блогеров, ну, не случайных, точнее, а блогеров, на которых я подписан, я даже сейчас могу сказать, на кого я подписан, чтобы вот точно сказать, что я там смотрю, не смотрю. Сейчас. Подписки. Это если просто очень интересно вам. Подписан на канал, ну, PlayStation, Xbox, но просто чтобы в теме трейлеров быть. Подписан на Action... наверное, сейчас попробую даже вывести вам. Хотя нет, это будет неудобно. В общем, подписан на Action Бронсона. Крутой чувак. Отличная музыка. Подписан на Anacondas. Подписан на Combo Breaker. Ну, у них клевые материалы выходят. Ну, так, свое что-то смотрел, пока там выходило. Every Frame a Painting. Отличный канал для тех, кто интересуется кино изнутри. Чувак делает очень крутые вещи, вот, именно, ну, на английском делает, рассказывает о том, как снимались определенные фильмы определенных режиссеров, там, не знаю, очень прикольно. Every Frame a Painting. Если что, потом ВКонтакте скину, если кому-то будет важно, там в группу, в бойцовский клуб зайдете, под стримом напишите, я скину. Подписан на Hacktivist, тоже музыкант, и подписан на Мегамису. Подписан на Нейтана Барнетта, вот, с которым как раз на E3 сфоткался и там в видео он тоже чуть-чуть попал. Так, подписан на OnePoint, ну, собственно, дружанечка. Так, опять же, да, вот PlayStation, PlayStation Access, PlayStation Россия, PowerPix, ну, собственно, гайды по трофеям. Подписан на Russian Geek, в общем-то, Pixel Devil. Вот, подписан на ТГ, на Гошин канал. Боже мой, нос тешится. Подписан на The CG Bros. Это, ну, чуваки там всякие прикольные штуки выкладывают в CG. Ну, просто интересно, с точки зрения монтажа, визуала, дизайна и так далее. The Game Awards. Ну, в общем-то, вы, наверное, знаете, что такое The Game Awards. Подписан на Versus, иногда угораю по вот этой странной теме. Вот. Подписан, ну, на свои каналы, на Данила подписан, вот еще. И все, вот, в общем-то, на кого... и Хоббит, точно, забыл, вижу внизу, и Хоббита канал. Ну, вот, просто, вот, как-то так. В основном все, вот, действительно знакомые люди, как правило, так что вот, вот как-то так. Вот этих ребят я смотрю. Так, ну что, погнали. О, тут надо будет штуки эти закрывать, чтобы малявку поймать. Точно. В реку он попадет, ключик действительно по какому-то другому вопросу, хотел сказать.
по какой-то другой причине. Ну, Даня что-то ничего не снимает. Я его там чуть-чуть ругал как-то. Ну, как ругал, просто псина, где видос. Вот, но не только я хотел бы чем-нибудь от него увидеть. Так, позакрывать все. Ну, тут, кстати, да, это логичная тема. А я сейчас могу закрывать, да? В предыдущей комнате даже не помню. Сейчас на всякий случай посмотрю. С Труфаустом? Не, но я его видосы, кстати, видел. У него есть забавная тема. Твоих комментов нет. Не, я вижу твои комменты. Соответственно, они и на стриме есть. Так, сейчас посмотрим. Себе доверяю. Ну, как бы я... не знаю. Я люблю посмотреть оценки, но как бы они для меня мало что значат, как правило. Ну, то есть... Я в основном сам пытаюсь в игру поиграть, чтобы как-то ее раскусить, можно сказать. Вот. На Игромир, да, кстати, видел опять коммент, забыл. Я не знаю, я не знаю. Но, может быть, стоит, может быть, стоит. Ну, как бы я всегда очень положительно настроен в плане Игромира. Все-таки хоть там можно посмотреть на всякие игрушки, там в перспективе пообщаться с интересными людьми. Со мной повидаться. Нет, еще не смотрел. Мультиплеерная в Titanfall точно буду. В Call of Duty это вообще во все это поиграю. Уверен, 100%. А вот во что задержусь, посмотрим. Ну, вообще, пока что ставки прямо на Titanfall большие. Так, вот эту я не закрываю, насколько я помню. Или закрываю консолей. Ну, две PlayStation 2, Dreamcast, GameCube, SNES, PlayStation 1, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Sega и в Смоленске там еще Dendy. Створку рядом с клеткой. Хорошо, спасибо большое. Ну, то есть, количество я... Раз, два... Ну, короче, если считать Соньку одну, вторую... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, в Москве 10. Ну, как правило, мультиплеерные все вот эти игрушки как раз с подписчиками играют, так что нормально. О, Mirror's Edge, да, я наконец-таки ее, в общем-то, себе добыл. Вот, но я очень чуть-чуть поиграл, я хочу сделать на нее слоупочный такой обзорчик какой-то. Ну, скорее даже, наверное, подкаст, потому что что там обозревать-то. Вот, посмотрим. Надо сначала пройти, вот. Хотя не хочется ее проходить, хочется в ней просто развлекаться. Вот, я всегда так играю в Mirror's Edge. Так, Weapon, наконец-то я могу тебе купить. Есть еще немножко денег, чтобы закутить. И закутить не просто, а угореть вообще дичайше. Тысяч минус тысяча. Огнемет, картридж, блин, ну как-то... УЗИ. Хочется, скорее всего, УЗИ втопить. Ну ладно, сделаем вот так. Так, и чардж на дробовик. Хотя, кстати, вот на эту штуку тоже чардж бы взять.
но 5000 максимум надо тратить. Ну как-то, блин. Ну может я еще нафармлю, ладно, прыжок веры сделаю. Может я еще и нафармлю. Ну как может, надо просто постараться и нафармить. Так, гемостат 1 надо, медпак 1С надо, 1М надо. Вот и все. PS1, PS2 новый или не сильно БУ? Слушай, ну можно, мне кажется, можно, просто ценник будет, ну, достаточно высокий. Вот. Но я очень хочу себе купить еще одну PS1. Я вот тогда еще в ролике говорил про когда вот вторую PlayStation взял себя, что хочу себе первую Соньку, но еще ВКонтакте писал тоже, там искал, у кого можно купить, так и не нашел, к сожалению. Вот. Ну, надо деньги и время, и я справлюсь. Я найду заветную штуку. Так, малышка у нас тут как раз, наверное, будет. Деньги или творчество? Допустим, завтра тебе предложат делать говнорольки в духе нынешнего топа с гарантированным доходом в 10 баксов ежемесячно. Согласишься? 10к баксов. Сейчас, подожди секундочку. Нужно посчитать. 10к баксов. Я бы согласился, чтобы заработать себе по-быстрому на нужные вещи. И, кстати, топ не говнотоп. Ты чё? Ты прям обидел. Я в него столько времени втопил. Прям, короче, грустно стало после таких вот. Ну что ж ты так? Ну, я бы сначала поработал, а потом бы, собственно, когда бы обеспечил себя и семью всеми нужными вещами, делами, ну, там, не знаю, если в данном случае 10к, я бы, ну, там, не знаю, быстро там вопрос квартиры бы решил, вот. Там, не знаю, полгодика бы поработал, и в дополнение бы еще поснимал, естественно, свои видосы. Так что, как-то так. Хотя на этот топ у меня ушло чистых 2 дня, по-моему. Или три дня. Один день я писал там сценарий, один день потом геймплей записывал усердно. Так, он где-то тут светился, нужно его как-то вызволять хитро, да? Вот. Ага. Так, вижу. Про топ имел... Сейчас. А, я понял, все, я думал, ты про лучшие игры. Все, хорошо. Ну, слушай, это как бы было бы работой, чтобы потом расслабить булки. Я бы вот в этом плане согласился. Вот. Единственное, что для меня неприемлемо, это, знаешь, там, ну, я дико бомблю, когда, знаешь, там, какой-нибудь видос снимешь, ну, по спорной какой-то игрушке, которая там кому-то нравится, кому-то нет, и она мне, например, зашла. И я делаю видос, мол, типа, ну вот, Escape the Talent, например, да, мне там кто-то писал, фу, продался, такая игра говно и все такое. Меня так это бомбит, потому что у меня, ну, дико принципиальная штука, что никакой, во-первых, рекламы и никакой вот этой сани продажной. Вот, ну то есть, мое мнение, не купить. Ясно, вот это все. Ну, как бы, мне кажется, это те, кто меня давно смотрит, и так знают. Вот, что я нормальный пес в этом плане. Так, где он там светится-то? Я тебя слышу, а вот не вижу. Жулик, ты где? А, он уже сбежал. Или нет? Компсогнатус, боже мой, это название. Продешевил как будто. А, вот же он. Привет, парень. Давай, есть дела важные. А, то есть, никогда не зарабатывал на Ютубе вот грязные деньги. Да вот. Он на работе зарабатывал, ну, обычные деньги, как бы, а вот не. Мне нравится получать с партнерки на Ютубе, правда, это супер какие-то маленькие цифры. За последний месяц я получил 5 баксов. Вот, даже на комикс не хватило. Хочу как раз сейчас, он в начале стрима говорил, что хочу купить себе X-Force Sex and Violence. Очень крутая рисовка. Посмотрите обязательно.
Очень круто выглядит там про Росомаху и Домино. Очень круто. Ну, именно в плане вообще все, что там вот, нарисовано, очень здорово. Так, а где искал PS One? Что не смог купить? Слушай, я не сильно искал, я просто написал в Контаче, мол, типа, эй, братский, может быть, кто-то продает, никто не продает. Вот, так, конечно, надо на форумах искать. Так, вот сейвилка есть. Две двери могу открыть. Ну, давай, наверное, сначала выйду и справа дверь открою, чтобы сокращать потом все время. Так. Пирамиды нормальные не было. Ну да, возможно. Да, слушай, я все время тоже бегал за этим динером, там огромный... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прибежали жульбаны. Так, это мне сейчас куда? Ну, а, ну вот, по идее, вот эта дверь у меня сейчас открыта. Награда за поимку разыскиваемого динозавра. О, спасибо, прям топ-вантед, короче, динозавр, которого я название до сих пор не запомнил. Спасибо, Миш. Спасибо, Миш. Миша, вон, Сашка вообще, между прочим, меня смотрит там прям уже 100 лет. Чуть ли не с самого начала. Вообще, когда завел YouTube-канал, не думал, что будет так, как есть сейчас. В принципе, дверь-то открывать не обязательно, да. Что будет куча народу, которые, ну, смотрят меня очень давно и так далее. Ничего не думал, что даже хотя бы такие цифры будут. Так, а что я там? А, карточку как раз я, по идее, сейчас ее воспользуюсь. Да, если зайду в правильный... Да куда же я? Айтем. Окей, айтем. Еее. Непосредственно эти фанфары из Final Fantasy 7. Гаджетами ежедневно. Ну, сейчас, собственно, ну как, макбучком. Вот, ну, чтобы меньше пеку юзать вообще там, не знаю, пошел там в кровать, там, позалипал в ноуте. Ну, телефон и, наверное, все. Ну, то есть, это из того, что точно постоянно. Так, чё это у нас? О, стартер. Чудно, надо в корабль возвращаться. Про тайм-менеджмент. Не знаю, нормально, нормально. А ты приобщаешься к прекрасному, как мне кажется. Ну, потому что это золотое время было видеоигр, когда, ну, тоже было много говна, но прекрасного было больше, чем сейчас гораздо. К Лёше Шевцову. Да, нормально, наверное. Ну, то есть... Не фанат его творчества, типа... Если так можно назвать. Вот, но... А чё тут двери закрылись внезапно? Или я глючу, или не закрылись? Сейчас. Так. Теперь мне в джунгли нужно, да? Ну да, наверх. Да не, тогда тоже делали за бабки, просто старались хоть чем-то удивить, чтобы эти бабки заработать. Ну, у нас фолловер новый, да? The Артурка. Да, Чакоба тебя встречает. Спасибо за фоллоу на твичанском. Да, повторюсь, ребята, кто смотрит на ютубе, на твич тоже подписывайтесь. Это может пригодиться. О, жулик! Маленький пиздюк. В принципе, чего я их убиваю? Зачем мне это надо? Я выше этого? Надо убивать нормальных больших динозавров, а не эту мелкотню. О, что-то вспомнился парк юрского периода, точнее, мир юрского периода. Такие они были прикольные у крысопрата динозаврики эти. Велосирапторы.
Не, велоцирапторы, я их все время велосирапторы зову. И Кеннеди Дэд подписал. Спасибо. Привет, Максим. Так, вижу что-то там про музыку. Сейчас посмотрю коммент. Минуточку, сейчас пойму, куда мне идти. То есть ровно Жолипедик подписался еще тоже. Ну, получается, что типа сюда? Или нет? Что у нас там? Так. Не туда, да, пришел? А, ну, в принципе, сейф не помешает в любом случае. Хотя сколько денег? Мало денег. Так, музыку в iTunes покупаю. Да, слушай, я перестал, кстати, пользоваться Apple Music, вот, в пользу именно покупки. И, честно сказать, угорел немножко по покупке фильмов. Вот, ну, то есть именно хороших. Так. Большой. Кот, ты у меня в носу. Ты где вообще? А, сзади меня вообще. Сидит жулик. Жульбанище. Гомосексуализму как-то, ну, не очень. Я бы не очень хотел, чтобы у меня общение происходило с такими людьми. Ну, как бы, со всеми педрилами прям, не знаю. Как бы, есть, не в моей жизни, конечно, но вообще геи, которые, ну, типа, не палятся и просто, ну, норм. А есть прям педрилы, на которых ты смотришь, так, ну, просто он точно долбится в жопе, я просто уверен в этом. Вот это очень плохо. Так, сбоку надо обойти здание. А, собственно, вот же, да. Куда ж я? eBay, да я думал заказать с eBay, вот, просто дорого сейчас все, ну, очень, ну, я в итоге, скорее всего, так и поступлю, но просто действительно это требует определенных затрат, между прочим, и в этом, я даже PSX хотел бы купить, вот это было бы круто, рэпчик, чики-чики, Slim Shady, ну, Slim Shady и Marshall Mathers и Eminem, вот, три моих любимых исполнителя. Ну, типа. Вот. Люблю, в принципе, эту тему. Ну, как, в общих чертах. Именно если ты касательно Eminem, да, меня спрашиваешь в данный момент. Что, может, попробовать его ушатать все-таки? О, нет. Ну, из такого хип-хопа люблю Anacondas, люблю Экшена Бронсона. Ну, что-то вот в таком духе. Из хип-хопа вообще мне очень нравится всякая битовая музыка. Так, а тут у нас движение куда идет? Блин, опять через верх эти. Ну, что ж за сатана, а? Ну, ладно, пойдем наверх. Что-то еще из хип-хопа, наверное, люблю. Ну, как бы старая каста в чем-то прикольная была. Вот, а так... Даже не знаю, не особо слушаю. Ну, то есть треки, которые меня прикалывают, но их, ну, мало. Вот. Ну, из последнего, да, конечно, немножко угорел по панде от дизайнера. Такой залипной трещало. Прям вот тупой, глупый, короче, но забавный. Панда — это тачка, насколько я понял. Я там что-то даже какой-то синопсис трека читал. Этот человек не просто там несет чушь про панду. Он именно пытается донести, что он едет на тачке, и все у него круто. С Kanye West. Видеокарта на компьютере. Слушай, я не могу тебе сказать. Сейчас у меня вот вроде бы на Твиче написано. Да, посмотри, у меня... Боже мой, меня харкнули. В описании Твича написаны мои железки и компа. Посмотри там, пожалуйста, потому что, честно сказать, я и не помню. То есть, прям хрен его знает.
Ну, я не пекарь, поэтому мне не положено знать такие вещи. Самоубийца, кстати, поставил шестерочку, но удовольствие определенное получил. Ну, то есть, вот он не хороший и не плохой. То есть, там есть очень крутые моменты, но некоторые из них оскверняются другими моментами, которые как раз-таки попадают в разряд плохих. О, отлично. Так, тактика, блин, только вот все равно меня тапнули. Надо бегать, короче, как кролик против аллигатора. Зигзаги заворачивать. А, в принципе, у велосирапторов та же проблема. Эта игра похожа на Resident Evil. Да. iMac оставил? В смысле? А, ну, я просто стримлю через спеку, а iMac, ты как видишь, вот он за мной. Ну, то есть я на нем монтирую, как правило, именно. И всякие такие околорабочие темы делаю на нем. Ну, так как игр на Маке нет, ну, играть-то точно на нем не приходится. За 30 евро. Дешево, да. Ну, 30 евро, там почти 3000, плюс доставка еще выйдет так, в какие-то денежки. Даже сохранить, пожалуй. О, отлично, 12 тысяч у меня есть, чтобы потом купить себе УЗИшки. Марго Робби еще как раз с Уиллом Смитом уже снималась в фильме «Фокус». Правда, фильм что-то не очень зацепил. Если убить не все растения, динозавров здесь не будет. Хм, интересно. Ну, огнеметом, да? Микио, спасибо за фоллоу. Так, мы сейчас так пойдем или что? Наверное. Jump around, jump back to get down. В эту игру, да, вот лет 15 назад примерно. Или сколько? 3x3 мне что-то никогда особо не нравился. Ну, то есть, мы в него, естественно, играли с друзьями. Ну, просто потому что ничего такого кооперативного, прикольного не было. Да, в первом Тони Хоке в то время не было мультиплеера. Ну, поэтому приходилось довольствоваться 3x3. Ну, и про ролики тоже ничего не было, вот, кроме него. Вот, а потом появились всякие Cool Borders, уже вышел и Tony Hawk второй с мультиплеером. Вот, и появилось, ну, много чего еще про экстремальные виды спорта, в том числе и BMX. Вот, о них я даже ролик отдельно снимал. Наверное, вы помните. Ну, Миша там, например, точно помнит, Саша тоже помнит. Ну, те, кто давно меня смотрит. Есть на канале, можете посмотреть, угореть. Там Дэйв Мира и Диджи Левин. Крутые были игрушки. Собственно, я как перееду, первым делом буду пытаться обустроить свою новую берлогу так, чтобы можно было снимать memory card. Надо будет телек еще старенький купить какой-нибудь. Обязательно. Кто-то еще зафоловился. Scorpion 323. Чокобо? Чокобо? Эй! Чокобо! Опаздываешь, Чокобо. Gmail работает лучше тебя. Кто это у нас? Слоу Чокобо. Слоубо. Чокобоко. Так, он уже даже дробовик почти кончился. А, ты быстрее, 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 быстрее. Армия Мэн играл, да. Спецом учился на видеопродакшн. Нет, такой видеопродакшн профессии, в принципе, нет. Не существует. Ну, в смысле, там, где я жил, в Смоленске, такого нет. Ну, вообще, да, я сколько вот... Сейчас скажу. Я видео занимаюсь с года 2002, наверное. Вот, когда мы начали заниматься паркуром, я понял, что я хочу делать фильмы, естественно. Вот, ну, так как... Ох ты ж, жулик. Возможности такой не было, да, но, естественно, снимали всякие ролики, вот, я там брал камеру приятеля,
И, в общем, ну, потихонечку учился чему-то там монтировать кое-как. И потом снимать. Но монтировать у меня получается лучше, чем снимать. Вот, ну, хотя я постоянно пытаюсь прогрессировать, там, кое-чему, если научился, там, стараюсь это употребить, так скажем, в полезном русле, там, на своем канале, например, или еще где-то. Ну, то есть, например, вы, наверное, заметили, что в последнее время я прям проперся заигрывать со светом, то есть стал снимать в темноте, ну, это позволяет как минимум чуть меньше делать уборку в квартире перед съемкой, вот, ну, и просто какие-то вещи нежелательно спрятать, там, например, или просто захотелось картинку сделать, ну, более интересной, вот, ну, как могу, так пытаюсь, но нормально. Финалку распилили? Да не, нормально. То есть это очень большая игра. Я, честно говоря, за нее готов был бы отдать гораздо больше, чем за нее просят. Вот, ну потому что этот проект, ну, очень долго ждали. Я в нем более чем уверен. Я думаю, что будет очень круто. Опять же, эпизод Дускай мне показал, что вот это то, что мы заслужили. А PS3? Нет, Слимка. Вторая, в общем-то, версия, которая выходила в итоге. Так, мне нужно влево. Сюда же спускаться. Так. О, как тебе это не ударило-то? Так, это как раз нужный же, да, проход? А как вообще можно быть пекарем в наши дни? Я, конечно, криворукий, но у меня вечные проблемы пока с трением ценовые сегменты, но то не запускается вместо буквы иероглифа, ну... Я как минимум из-за этого перестал вообще пользоваться ПК для игр. Но он меня все время разочаровал, сейчас сказать. Зарплата была 1009, и приставка стоила 19. Сейчас я могу 2 PS4 купить на среднюю ЗП. Нифига себе. Нифига себе. Нормально. Нормально. 60 евро уже мало. Не, я имею в виду именно Final Fantasy. То есть, ну, это игра, в которой я дико уверен. Силданта, я не знаю когда, просто у нас тут квартирный вопрос решается. Вот, ну, просто решается потихоньку. Я, конечно, надеюсь, что это произойдет в каком-то обозримом будущем, ну, в смысле, там, в ближайший год. Вот, а там как получится, надо сказать. Сейчас мы тебя шариком, наверное, ушатаем просто. Надо его еще с ловлистом ушатать. По идее, должен засчитаться. $2500 за убийство, за флоулис, может, что-то тоже дадут. Ну, я лично, конечно, не знаю. Я, ну, блин, я настолько... Я с детства повязан на консоли, поэтому, ну, то есть, ПК точно не про меня. У меня ПК первый мой появился, когда вышла GTA San Andreas на ПК уже. Ну, как раз именно. То есть, она сначала на PS4, ой, на PS2 вышла, а потом на ПК только. Ну, за 5000... Ну, в общем, 9000 получил, хорошо. В общем, ну, это, как вы понимаете, достаточно поздно. Вот, и то, когда он у меня появился, я в основном играл в эмуляторы. Ну, то есть, мне было не очень интересно. Мне ПК нужен был, чтобы сочинять музло, вот, эмулировать всякие штуки и монтировать видео. Собственно, вот, ПК сейчас тоже, ну, в принципе, для этого мне и нужен, только он еще помогает мне, ну, ну, делать стримы, понятное дело. А также... О, и этого уже дали. А из-за этого больше, кстати, дали. И помогает мне, в общем-то, ну, какие-то вещи дополнительные еще тоже совершать для моего хобби. Вот. Ну, то есть полезные штуки. То есть ПК для меня это не игровая платформа в первую очередь, а именно что-то такое около рабочее. Вторичка рулит, да. Ну, дешевле, не дешевле, но, слушай, не так дорого. Опять же, некоторые покупают, ну, в нормальных местах аккаунты, они вот ВКонтактике, вот, и тоже тратят не очень много. Прошел в цифре игру, просто продал аккаунт, дальше там, ну, в нормальных сайтах это нормальная тема. Никто никого не забанит и так далее. Но вот в непроверенных местах лучше даже вот не думать об этом. Вот. Это случайно Динокризис? Да, Динокризис 2. Ключ взял? Хороший вопрос. Ну, там не ключ, там... В смысле ключ? Какой ключ? Какой ключ, пацаны? Не пугайте меня. Ну, я этот стартер взял же. Или ты о чем? Зато на ПК сама по себе урезанная графика.
Ну, я не знаю, мне просто не нравится ПК, потому что все время у меня с ним проблема. То есть, когда касается игр или чем-то еще. А, в реке, в водопаде, ну это тот, да. Хейтишь ли ты Xbox? Бывает. Бывает, хейчу. Вот, но у меня как бы есть оба, да, что 360, что One, но вот они у меня стоят вот под телеком в из раздела, типа, неподключенными и хрен знает когда. Да, потом можно взять, я помню. Это ж не сильно принципиально. Так, сохранюсь. А может мне сейчас взять? А водопад, слушай, подскажи где, я не помню. Skyrim для нордов, ПК для вордов. И все тут. А, не получится, говорят, взять. Но вообще его должно унести, я не помню откуда, но его должно унести. Он то ли упасть должен, то что-то вот такое вот у меня в башке есть, но вот я не помню. Вот сейчас примерно вот треть игры, наверное, уже пройдена как раз, да, ребят? Насколько я помню. Ну, может, там около того. Подставка под PS. Ну да, я сейчас просто немножко переставил консоли. Вот, у меня теперь... Ну, вообще, да, Xbox One у меня был подставкой под PlayStation. Как бы это ни было забавно. А, все, мы все сделали, мы вставили, да? Ну, давай попробуем. Я примерно помню, где он. До конца Динокризис. Я даже не знаю. Ну, как бы, я не против, но посмотрим. Ну, сегодня точно нет. Медиум. Да не, ну, ПК это не то. Мне не нравится прогрессия в Стиме, то есть вот эти вот ачивки, как бы, они настолько там бесполезны и ничего приятного не дают. Ну, в общем, не знаю. Ну, вот так вот сложилось. Так сложилась жизнь, что я долбанный консольщик. Не очень люблю всю эту ПК-тему. Streets of Fate? Нет, еще пока нет. PS4K? Пусть сначала выйдет. Спасибо, что пришел. Счастливо. Вот этот водопад, да? Ну, вот он, да, выплывает что-то, не? Не то. И сейчас листочек просто покажет, куда оно упадет. Я что-то уже тоже не помню этот момент особо. Да, точно, он показывает, куда приплывает всякое говно. Ага, спасибо большое за подсказку. Ох, как хорошо, что я не попался. Да твою ж мать, а! Да, третья исследовательская база это как раз таки водяная, насколько я помню. Хотя, в принципе, наверное, это даже уже и половина игры, если так разобраться. Потому что после водяной базы мы возвращаемся куда-то... А, мы даже уже не возвращаемся, по-моему, сюда. А, нет, там вот этот момент с противогазом будет. В общем, немного. Коля, у меня на каналчике есть обзор. Если тебе интересно мое мнение по поводу фильма, можешь посмотреть. VR хочу, конечно, взять очень сильно, но не знаю, получится ли. Ну, как бы он очень дорого будет стоить, и посмотрим.
Ну, может, в этот, в кредит возьму или типа того. В Division нет, не играю. Ну, как-то переиграл, серьезно. Тут вот народ, конечно, зовет меня в DLC поиграть, в Underground. Честно сказать, я, блин, купил этот, ну, свое здание со всеми DLC сезон пасом, но что-то вот как-то не воспользовался им, как я понял. Так, ну что, сохраняемся. Да. Следующий стрим. Слушай, ну как всегда рандомно. Как всегда рандомно. Но в основном я по вечерам стримлю. Если Майки выпустят раньше, чем Sony 4K консоль, купишь ли ты ее? Пусть они игры выпустят, а так... Ну, не знаю, ну, лично мне пока нет никакой надобности в этой консоли. Ну, то есть, я вот на Хуан не знаю сейчас ни одной игры, по факту, ради которой и лично я бы хотел... А, вот, кстати, Эдвард Сити. И вот, да, наверное, в эту тему поедем сейчас, да? Ну, раз у нас ключик есть, то почему бы нет? В общем, посмотрим. Я не знаю, ну, вот пока что ни одной игры, которая мне реально для этого нужна, нет. О, сейчас будет турельная миссия. Турельная миссия, ту-ту-ту. Мне кажется, что ее можно было пройти, по-моему, как раз с Лоулисом. И что-то давали или нет. Давай, спасибо тебе за что пришел. За то, что пришел. Хотя нет, наверное, Лоулиса тут нет все-таки. Но с миниганами, ой, с миниганами, с УЗИшками, конечно, там вот такой фарм. Просто кошмар. Что-то их не вижу. Старые игровые автоматы. Тирочки, тирочечки. Ах, тирадуктель, тирадуксель. Так, ну часть прошли. Да, сейчас всем главные игры, вот в плане консоли PlayStation, вот они сейчас в играх тащат, вот по-любому. То есть у бокса сейчас никаких, ну, Хуана преимуществ. Как я думаю. То есть там. Оглядываясь и на игры, и на там игровой опыт свой и так далее. Ну, просто, ну, никаких преимуществ у Хуана нет у PlayStation сейчас. Тут, как говорится, даже без хейтерства понятно, что, ну, боксец соснул. Даже сами Майки своими действиями показывают, что вот не получилось у них в этот раз сделать правильную консоль. А-а-а! Почти приехали. Там внизу справа, что карта, как раз видно, что мы почти прибыли. Завтра не работаю, что ночью стримишь? Не, работаю, конечно. Неплохо, неплохо, денег прям отлично вообще получил. Так, ну что, я, наверное, сейчас как раз куплю УЗИшки и на этом закончу, чтобы там... Ну, Динокризис я, наверное, все-таки на стриме пройду, да. Наверное, вот, чтобы вот не распыляться, как раз завтра продолжу, я полагаю. А, ну что, вапан. УЗИшки просто. Просто бальзам на душу. Heavy Machine Gun. Прям как Metal Slug такой. Heavy Machine Gun. Не знаю, стоит ли хэвик покупать. Не.
Этим я особо пользоваться уже не буду. Самых дорогих сейчас просто возьму. И просто только с ними буду сигать. Так, и чуть-чуть нужно рекавери взять. Мне нужно гемо... Статик один, парочку эсок. И один как раз медпак хватит взять. Средний. Не, автомат не так круто. Хочу с УЗИшками бегать. УЗИшки вообще тащит. Автомат потом, нафармим еще. Все, сохранился. Ну что, ребят, блин, круто. Я рассчитывал вообще, наверное, на часик прийти. Тут и народ пришел, отлично пообщались. И игра, конечно, бомбическая. Вот. Запись стрима, да, я выложу на второй канал на свой, да, на геймплейный. Их у меня вообще три так-то. Ну, лайв обычный этот. Обязательно подписывайтесь на твичанский. Ну, полезно будет в любом случае. Вот. О, Саша, спасибо тебе большое. Спасибо, что выбрали наш романтический круиз для молодых пар. Надеемся, что вы придете к нам еще. Да, это Сашка, видимо, зазывает народ на дополнительные стримы дальше. Вот, ну что, я надеюсь, что завтра как раз, я не знаю, до скольки буду работать, завтра пятница, вот, возможно, в общем, за выходные мы точно пройдем Динокризис. Вот так вот я решу вопросы. Да, всем спокойной ночи, ребят, да, спасибо, что пришли, спасибо там за поддержку канала, это очень круто, будет еще круче, вот, надо пройти Динокризис, потом, может быть, все-таки придется начать как раз сначала первый, потому что я проходил его через эмулятор, кривой, было очень плохо. Вот, потом японку, по-моему, пытался проходить, или нет, я не помню. В общем, первый Динокриз, может быть, тоже потом пройдем, хотя хочется вторую паразитку. Ну, посмотрим. Ну все, ребят, спасибо, что пришли, приходите еще, подписывайтесь везде, Twitch, YouTube, ВКонтакте тоже следите, в бойцовском клубе за анонсами стримов, чтобы точно их не пропустить, раз уж мы такие ламповые здесь, клевые, веселые. Вот, и приходите еще, вот. Конечно же, до новых встреч, пока-пока!